Опять бы приехал бы в Теннесси, бы сел в какой-нибудь дом бы и сидел. Бы. Да, а в берлогу там, тебе надо, а как медведь. О, Тём, можно здесь посидеть где-нибудь? Ну, здесь жарко, наверное, тебе будет, да? Хорошо. Как всегда, закупка начинается с тележки. А такой... Нет, это фризер и рефрижератор. А, ну он такой прикольный тоже, смотрит. Да, Фаренгейт, 110 Фаренгейт, это, ну, больше 40. Слушай, с тобой такой обзор получается, если честно, очень хороший, потому что ты так все рассказываешь. Молодец вообще, да? Скажите, да? Красавчик вообще. У нас посмотришь на наше видео, ощущение, наверное, у всех складывается, что мы каждый день едим. Точно, ты вообще броня просто. Всем привет. Здравствуйте. Сегодня едем в Костко. Решили снять. Но для начала мы заедем перекусим. Чтобы Костко не скупить. Закупки, закупочки. Короче говоря, сегодня меня не было вообще дома. Я буквально недавно только приехала, и уже вечер практически. Все, что было дома, все подъели. И я, конечно, ничего не готовила. Сготовить тоже ничего не могу, потому что мяса нет дома. Никакого вообще абсолютно. И в итоге решили с Артемом съездить в Костко, взять там что-нибудь, привезти в клювике детям. Но для начала мы должны что-то сами перекусить, потому что я сегодня с утра ничего не ела практически. Вообще ничего абсолютно. У меня был сегодня доктор праймери. Я сдаю анализы ежегодно, делаем мы чекап все и ходим к своему доктору. Вот у меня сегодня встреча была, поэтому сегодня я провела очень много времени там. Все отлично у меня. Сейчас едем в Костко. Сейчас едем сначала. Ну, да, food and food, это поедем. Это заведение от Seat to Table. Все рядышком находится, все удобно, все под боком. Поэтому сейчас мы съездим туда, перекусим, действительно, чтобы все не скупить. Да, надо сейчас поесть, а то говорят люди там в комментариях, что я похудел. Надо восполнить запас. Знаешь, ну сейчас камера тебя очень сильно увеличивает. Как будто голова маленькая, знаешь, а туловище больше серьезно. Как клещ. Да. Напился крови. Но на самом деле ты не такой вот. А эта камера всегда, она, кстати, увеличивает. А тебя уменьшает, да? Меня. Как-то она дискриминирует, она как-то по-разному работает. Почему? Нет, вот я сейчас камеру смотрю, но ты не такой, как в камере. Я не знаю почему. У тебя реально как голова маленькая. Не знаю, может быть, не знаю. В общем, не такой. Вообще телевидение и прочее, вот это все, когда смотришь, во-первых, прибавляет возраст, а во-вторых, увеличивает в объеме. Вот. Чтобы стройно казаться в камере, нужно очень-очень сильно похудеть. Поэтому, слушай, тогда я не представляю. Поэтому раз возраст прибавляет, ютуберы на пенсию идут раньше. По моей логике еще вдобавок плюс худые, наверное, скорее всего, в жизни еще худее. Если ты там сильно похудел, то ты вообще просто ходишь как Кощей, костями гремишь. Ну ладно, в общем, как-то так, не совсем мы такие прям уж совсем. Ну, может быть, мы уже здесь, как говорится, американизировались, для нас это нормально, вот кажется. Хотя, вопреки стереотипам, я не вижу очень много толстых людей на улице. Здесь во Флориде здесь стараются. Я самый толстый, по-моему. На нервах, да, управляешься. Время передвигаемся здесь на автомобилях. Из дома в машину, из машины в магазин. Из магазина там, из кафе поели, опять в машину. Мы вообще практически не двигаемся. У нас на есть... улице жара сейчас. На улице жара. По Цельсию. Ходить в спортзал уже просто после всего этого сил не хватает. Иногда. Вот, и поэтому самое главное, что у нас есть хорошо собаки, потому что собаки, они как-то нас приучают, мы должны с ними ходить, то есть ты с собаками должен гулять. И вот эта прогулка, и я слышала, многие заводят животных для того, чтобы хоть как-то себя, особенно здесь, вытаскивать из дома, тебе нужно с собакой гулять, ходить. Ну вот, и таким образом. Потому что дети сегодня тоже у нас сидят дома, подружка пришла. Мы никуда не ходили, на пляж не хотят, туда не хотят. В общем, на прыгалке максимум только, если вдруг мы еще съездим. Но скоро школа уже, 12 августа начинается, так что не знаю, когда мы успеем, потому что дело не проворот. Очень много дел всяких разных. Вот, куда-то уже. Ну, мы достаточно, в принципе, походили, погуляли, да, на этих каникулах. Где только не были, да?
Аквариум им показали, потом в Тампу ездили, потом до этого мы куда-то еще выезжали, даже уже не помню. И у нас в ноябре, в декабре были такие довольно-таки интенсивные. Ну ты вспомнил еще год, я же не про год назад, я же говорю. А дальше особо-то я не помню, чтобы много было. Это мне довольно-таки, это мало путешествует. Мы с Софией очень хорошо. На Ки-Вест ездили, да? Да, на Ки-Вест. Мы с Софией очень хорошо как бы с девчонками погуляли. Мотались на прыгалки всякие везде. Ну, в общем, старались из этой жары как-то, ну, хоть что-то немножко не совсем дома сидеть, чтобы тяжело, ну, совсем засядем дома. У нас просто с тобой в этом очень жарко. Году было много таких поездок из серии Сарасота, Форт Майерс, да, Майами, то есть ближайшие. Мы все время, да, ездили. Часто, угу. По разным делам. Но опять, опять же ездишь на машине, ты же не двигаешься, да. А то какие-то, есть... что путешествия у нас в этом году что-то слабенько. Но мы были на Исламораде один раз, да? Мне кажется, не слабенько, мне кажется, нормально. А где мы были-то? В Исламораде, в Тампе, и вот мы гоняем все время то в Сарасота, то в Форт Майерс, то еще куда-нибудь. Ну, не знаю, я езжу в гости, то еще куда-нибудь. Ну, то есть у меня бурная активная жизнь. Я не знаю, как вы. Я сейчас в Теннесси в какой-нибудь или еще куда-нибудь. Ну, ты бы опять бы приехал бы в Теннесси, бы сел в какой-нибудь дом бы и сидел. Да, в берлогу тебе надо, как медведь. Да, то есть тебе все равно активности такой не хочется. Вот, а я, конечно, да. Ну, такие тут же возраст прибавляем. Смотрите, как красиво здесь. Ладно, сейчас, в общем, сходим. А еще, Артем, вот есть ресторанчик вот этот рядом, который с этим, с аквариумом. Помнишь, мы с девочками хотели в китайский-то ресторан? Или японский? Каким? Ну, вот мы в Эстере были с красивым аквариумом. А, Сушевский? Да, вот он здесь находится как раз. Хочешь или сюда? Вот. Ну, а ты как хочешь, можем сюда, можем я туда. Куда ты туда? Да? Серьезно. Куда ты хочешь? Ладно. Я бы супчику поела. Сюда? Или нет, туда? Нет, туда. Вообще с удовольствием. Он здесь находится? Да, он здесь находится. Короче, мы передумали туда ехать. Мы поедем. Не, ну мы приехали, вот он. Да, мы приехали, но мы решили... То есть я предложила Артему, он согласился. Пойдем. Суши. Супчик а хочется. Потому что здесь есть суп в этом ресторане, но супчик там такой, знаете, стандартный. Ну, не очень грибной, мне не очень нравится там у них. А что еще? Какой там суп? Ну, наверное, какой-то томатный. Тут тоже ни о чем. А вот здесь мне нравится с креветочками, остренький такой, на кокосовом молоке. Можно взять супчик. Покушай сейчас супчик горяченький и пойдем в Костку. Поедем после этого. Вот он. Вот этот вот. Вот там такой аквариум, такое, ну, заведение очень хорошенькое, симпатичное. Мы последний раз где-то в Бонитс Спрингс были в этом заведении. Не в больнице, в Эстере же были. Ну, это уже в больнице. Да, 15 минут. Вот что у меня камера опять отсвечивает. По ходу дела у меня настройки что-то изменились, сори. У меня что-то настройки иногда автоматом, видимо. И потом такое видео засвеченное получается, не очень хорошее. Так что извиняюсь за технические неполадки. Ты мог бы сказать. Сегодня я вообще, у меня прическа, корова прилезала, лизнула сегодня. Голову помыть надо, голова грязная, представляете? Голову помыть надо сделать себе укладочку. Но я купила краску, буду еще краситься. Вот, покрашусь еще потемнее, все-таки, наверное, темный цвет сделаю волос. А, взяла краску, потом чуть позже покажу в справке, как всегда, я которую беру, буду краситься. У меня... Один день голову не помоешь, все. Пиши попало. Посмотрите, какая милота. Посмотри, как красиво. Помнишь, как Каролина у нас маленькая была, говорила? Какая милота. О, Тём, можно здесь посидеть где-нибудь? Ну, здесь жарко, наверное, тебе будет, да? Хорошо. Так, слушайте, ребятки, здесь немножко по-другому, но очень мило. Так, менюшечка. Так, ну что, наш супчик, смотрите, какой красивый, тоже здесь с грибочками, шримп, вот у меня здесь креветка, то есть сори. Смотрите, что есть здесь, где она, ракушка целиком. Ракушечка, да. Угу. Вот. В общем, показываем, как люди едят, что нам делать-то. Вот это наша жизнь сегодня, сейчас будет еще магазин, такой день.
все. Мы, короче говоря, подъезжаем к Коско. Сейчас будем делать закупочку небольшую. Увидимся. Как всегда, закупка начинается с тележки. Так, сегодня все то же самое практически, что до этого я снимала, но вот здесь вот есть скидочки совершенно другие. Посмотрите, здесь сегодня одеялка. Очень приятные такие. $10 всего стоит. Прикольно. Вот. И еще есть полотенца. $15 все покупают белые полотенца. Хороший. Тем, $10. Классно, да? Уж кролинки взять, укрываться нечем. А я думаю, зеленое взять ей, да. А можно синее взять. Ну, мы тогда ее вообще не найдем. Там все синее. Да. Точно 10? На 2,34. Точно $10, ой, я сказала? Да. Точно? Да. Обалдеть, ребята, посмотрите, подожди, цена. 66 на 92. Да, это большое. А здесь 112. А, это King, Артем, а нам поменьше надо. Нам твин, маленькое надо. Твин за 10. А, твин, вот нам твин надо, большой не надо. А этот, наверное, с той стороны, точно. Нет, здесь Хэллоуин. А, вон $20 стоит большой King. Это подушки. Хэллоуин, праздник же скоро у них здесь. Такие подушечки стоят $10. Ну, такие неплохие, хорошие. Я думаю, в каких-то других магазинах дороже будет намного такая подушка. Твин ищи. Нашел? Да. Вот. За $10. Классно, классно. Тут нажал, он заработал. В общем, такой волк. Это я показывала. Красиво, да? Я говорю, на камин куда-нибудь так, да? Ставишь. Красота. Что 199 стоит? Стоил 249.99. Вот такой большой, огромный. Ну, глаза светятся. Да? А, вот, да, точно. Его типа из земли бывает. Красавчик какой, а? Смотрите. Так, возьмем бумагу. Бумаги дома нет. $10. 800 листочков. Смотрите. Это ларь? Вот это ларь. А, вот это я тебе говорю. Это что такое? Это... холодильничек такой узкий. Это... 300... морозилка. А, морозилка $300. Гараж, да. Ну-ка, открой. О, смотри-ка, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Класс. Потому что целое... Ну, такие довольно хорошие. Это очень хорошее, да. Вот так побросал все. Есть, поставил, это да? Вот это, угу. Ну, мне этот больше нравится. А цена у них, конечно, $100 разница, это, конечно, это 300. Ну, это прикольный. Ну, да. Да? Ну, это 70, за 450, я понимаю, это фризер. Он такой... А, нет, это фризер и рефрижератор. А, ну, он такой прикольный тоже, смотри. Да, где фризер, я даже не могу понять. Я так понимаю, он переключается, что ли? Это встраиваемый, что ли? Наверное. Нет. Сверху делается нет, это. Нет, точно? У настраиваемый. А, у настраиваемый был он там. Я так понимаю, он переключается. Куда? Он может быть либо фризером, либо рефрижератором. А. Не то, и другое вместе. А вот он как внутри еще тоже, на коробке. Ну да, в гараже, знаете, классно там поставить туда все газировки, напитки, ну, вода холодная. Во Флориде жарко же. Мне вот это нравится, он маленький какой-то. Нет, вот эти вот заморозки. Курица, блин. Ну, все, что с Коско привез, да, и, в принципе, туда грузишь. У нас многие такие держат. Вот гаражные как раз, да. Многие такие вот лари держат, потому что, ну, ягоды люди покупают, замораживают. Именно вот с этой эмблемой они рассчитаны на то, что они могут... Ну, гараж же, он не кондиционируется. Но. Он же не отапливается, не кондиционируется. Соответственно, они рассчитаны на то, что наружная температура будет от 0 до 110 Фаренгейт. 110 Фаренгейт – это... Ну, больше 40. Слушай, с тобой такой обзор получается, если честно, очень хороший, потому что ты так все рассказываешь. Молодец вообще, да? Скажите, да? Красавчик вообще. А это что такое? Ну, это холодильник, это маленький. Маленький, но он такой симпатичный. Либо, не знаю, используется ли он на заднем дворе. На заднем дворе? Компактный рефрижератор. Угу. Не знаю. Не знаю. Ну, в общем, вот еще кулер здесь стоит. И машинки привезли. Мы сюда завезли.
Так, ну что, идемте дальше. Что здесь, ланчбоксы какие-то я вижу, или это не ланчбоксы, не знаю, тарелочки какие-то. В общем, мы сейчас, да, мы сейчас возьмем ягоды, наверное, сегодня. А, там Сонька хочет курицу возьмем, а, пиццу, да. Пиццу дети хотят. Чемодан, ты хочешь куда-то поехать? Чемодан, с удовольствием, да. Матрасы, наборы всякие. Ну, тоже дорожный набор. Посмотри, сколько стоит он. 149,99 и еще сумочка ручная кладь $40 стоит. Не, 40 это другое. Это что другое? 40, это а, все, вот видите. А, этот, вот, именно... Какой сегодня честный обзор. Я бы сейчас наболтала. Слушайте, вообще классная вещь. Смотрите, 149 на одного человека. Прелесть. Мне нравится. Ну, это в багаж можно сдать. Да, это с собой. Мы Тиму-то отправляли, мучились. Ему бы вот такую сумочку. Супер просто. Не, ну эту хотя бы можно было бы взять. Удобная она. Ладно. Там такое? Нет, кулер. Кулер? Он $100 стоит, по-моему, да? Ящичек 29,97. Кстати, у нас под видео, когда я... Да, пустой. Это пустой баллон, да. Я хотела сказать, что под видео у нас написали под последним, которые, когда мы были голодные, у нас не было света, нам порекомендовали, что нужно делать с собой, хоть чтобы, ну, чтобы у нас стояло, чтобы мы могли там, не знаю, пожарить себе на крайний случай, когда света нет, электричества. Не, вот. Автономности хочется, но да. Говорить о том, что в Флориде проходит обычный ураган, это ну, не да. В такой степени можно немножко разгрузочные часы. Да. Вот. Ну, а конечно так, же, целом... хочется иметь генератор. Да, всем спасибо. Он, кстати, здесь продается, генератор, он, по-моему, на той стороне. А, вот, 250-500 долларов. Да, ты его покупаешь, и действительно, вот у многих флоридцев здесь это как здрасте всегда должно быть в гараже. На всякий случай. Ну, все что угодно может произойти. Так, опять мы унитазы проходим, вешалки. Вон, надо опа, смотрите, какой классный вентилятор, я не видела. Он еще подсвечивается и такой стильненький, да, в комнату. И светится заодно, вообще суперский. А сколько он стоит, интересно? Пульт управления у него 150. Еще есть. $150, прелесть, мне нравится. Смотрите, появились перчатки, раньше я не видела, не было такого. Они здесь тоже для всего, для за животными убирать, краска, покраска, для посуды здесь все. В общем, такие перчатки на руки одеваешь. Потому что я раньше покупала за $20 такие перчаточки. А эти почем получается? А эти $10, вы представляете? Они безопасные для еды. Да, безопасные? Да. Слушай, ну классно, можно взять. Мне для уборки только надо, для еды там у меня есть. Давай возьмем $10. Потому что... Так, это у нас какое? Мне нужно это S-ку, либо медиум. Индиго. Так, самый маленький M-ка, если что, имейте в виду, оранжевого цвета. На нашей ручке. Вылазит уже. Она уже наружу рвется. А, вот такие вот синего цвета они. Нет, цвет, цвет индиго какой-то. Ага. Вот обзор перчаток. Нормальные. А сама вылезла. Да, убираться, одевать вот так вот. Да, то я тебе брала за $20. Вот, кстати, генератор, видите? 900. 900 стоит, вот такой большой. За 600. Но за 600 это не генератор, за 600 это скорее... А, нет? Ну, вот это. Да. Вот, пожалуйста. Здесь в чем-то разница есть? Скидка на него просто $200 да, сейчас. Думаю, может быть, как этот аккумулятор большой. Но, судя по всему, он тоже генератор. Да, это для флоридцев вообще эта вещь. Ну, да, у нас пока нету этого. За 300, ну, понятно, что по мощности газ-генератор. Mm-hmm. Газ, это, по сути дела, вот, mm-hmm. А здесь сколько он выдает-то? Смотри, под децибелом они еще. Вот это 67 да. Децибел. Это а вот еще это убираться, да? Что-то сколько типа такое. Да, это для уборки для машины, я так понимаю. Здесь можно заправить ее и мыть. То есть она не очень такая, на 40%, ну, не сильно шумная, я так поняла. Да, Тём? Я правильно поняла? Скажи, пожалуйста, я правильно поняла? Я так понимаю, это для мойки Ладно. Машин. Да, это да, и она типа на 40% как бы не сильно шумная. Ну, смотря чего, от реактивного двигателя они сравнивают. Ну, в общем, нормальная типа.
Типа она нормальная. Вот, но пылесос профессиональный. Это не электрический, это бензиновый. Это бензиновый? Да, поэтому не шумный. А это у нас пылесос такой профессиональный. Ну, такой классный строительный такой, да? 85 долларов. А вот маленький, смотри, есть какой-то помощник тоже. Ой, ты что-то загорелось, 49,99. Это лампа. Это для работы, видите, вот все удобно очень. Кто занимается покраской, стройкой. Что там? Идем старкеры. Я не помню, у нас есть такой, нет? Не знаю. Ну, короче, это машина прикрыта. По-моему, что-то стоит у нас. Ну, вот эти, когда AAA приезжают, например, мне аккумулятор сел, да, они был приехали, у тебя. Они вот с такой штучкой приехали и завели меня. Угу. То есть, соответственно... Помогатор такой, да? Да. А вот здесь за 40 помню, долларов, кстати, пылесос. Он вроде был. Не знаю. Пылесос, видите, такой? 40 долларов. Не знаю. Вот найдем потом, когда в гараже купить, будем прибираться. Так, здесь все для автомобилей. Фонарики вот тоже раскупают. Смотри, скидка 5 долларов. А здесь от Duracell, посмотрите. Это вот три вот таких вот фонарика. Да, это типа мини-тележка за 80 долларов. Вот такая вот, видите. Нужно что-то перевозить, погрузить. Ну, камни какие-нибудь. Мужчина сейф смотрел, наверное, денег много. Не, ну это оружие. Оружие имеет. Да. И деньги, и оружие. Серебро, золото. Полочки с материалом. Кто во что вложился? Вот тоже. Кармаш. То есть она именно оружейный, да? Вот, здесь, кстати, здесь не только оружейные, но здесь всякие драгоценности. Я и сказала же, слитки, золото, серебро, это, да, да, это такой сейфик, ну, я по говорю. Мне, так вот эти вот вещи, они больше оружейные. Тём, он тебя зовет. Да, он пищит. Смотрите, какой домик для кошечек появился. Какой современный, интересный, под дерево такой. Ну, мне кажется, вот это просто неудобно сегодня примерить. Да? Скользит. Ну да, но там зато типа можно спрятать. Что-то как-то жестко, если честно. На деле, вот у нашей кошки вот пользуется вот этой кошкой. Я думаю, это как табуретка, больше для дизайна хорошо. Вот есть в сером цвете есть, но если честно, он такой, мне кажется, для кошки слишком неудобный. Я начинаю думать, как кошка. Я считаю, что это неудобно. Лежанки есть для собак, очень большие. По 40 корм для кошек ела. Я ела раньше даже корм. Знаешь, что не вкусно, да, София Пи до какого-то определенного времени, но она особо кошкам вообще, у нее любовь не лежала, да. Я такая всегда шутила, говорила, что я вот ела, говорю, корм кошачий во время, говорю, беременности. Грызла и весь двор просто в Черниковке, в Уфе, просто вот, ну, ржал надо мной. Все об этом знали, вот, а я ничего поделать не могла, мне хотелось. Близняшка у меня, Ирина, беременна была, мы в Москве были, и она меня заставляла в зоомагазин подойти и взять пробники для корма, то есть, которые бесплатно там даются в пакетиках, ну, типа, попробовать, кошке понравится, можно купить. Вот она заставляла меня взять, чтобы я ей скормил. Но, кстати, приехала наша знакомая, Наташка, да? Да, мы на Мальдивах вместе отдыхали, как-то... Да, мы познакомились, ну... она там недалеко в Воскресенске живет, и она нас навестила в Москве, когда мы были, и она поддержала Ирину. Она говорит, ну да. Это был наш человек. Съела. Она говорит, ну слушай, вкусный, Ирин. И вообще ржали потом. Конечно, это так очень смешно. Но да, вот София, она не любила как-то особо кошек, а потом, знаете, вот как-то любовь пришла у нас. А такая вот штука нужна? Я думаю, нет, я беру сейчас другое. Они, мои кошки уже не любят такое, они любят более натуральное. Так что мы покупаем такое, знаете, древесное. Им больше нравится. Так, вот есть за 9,49, это крышка, да? А это что, для обуви? Такие аквариумы. Прозрачные, да, аквариумы. Вот так вот ставим. Зато видно, где как чья обувь. Понимаешь, что хочешь же взять. 24 доллара стоит. 4,29, голубика сегодня, да? А, стробери тоже сегодня. 2 паунда, 4,49. А, я возьму, они, конечно, видно, не очень такие хорошие, но что-то Соня у меня просила клубнику, поэтому возьмем. Сейчас выберу что-нибудь. Вот, например, такую вот, наверное. Рамбутан они так любят, да. Давай, давно не это. Возьмем и драгонфрут, это самый любимый их.
Так, ранбутан стоит 7,99. И мы возьмем драгон фрут. Это дети у нас любят. Держи. Так, я возьму морковь. 4,99. Здесь большой мешок. Потому что я в Фабликсе брала, все, мы уже ее закончили. Поэтому нам желательно большую. Огромную. Поберем малину 5,89. Поберем нашу говядину. Всем моим детям нравится вот эта вот часть. Всем понравилось. И поэтому возьмем сейчас кусочек небольшой. Где поменьше жира. 7,7. Ну, вот такой возьмем, да и все. Мешок надо положить. Салфеточки есть, руки можно вытереть. Все мокрое. А так, а это что такое? Ну, вообще куски, смотри, какие большие, огромные. $85, 81 цент. Это кости, смотрите. 23,47. Супчику варить. Неплохие. Вот эти хочу взять на суп варить. 18,79. Стенку упакуют, сельдерей взяли, морковь, хлебушек взяли еще немножко, потому что я хлеб сегодня не пекла. Все, идем куда? Курица нам осталась. Так, возьмем скидка на салфетки сегодня, 8,99. Есть большие, а есть маленькие. Размером мне вот эти вот, в принципе, малюсенькие устраивают. 2,80 сегодня скидка. Нужно, всегда удобно. В этот раз чебуреки делала и салфеточки не было, Каролина пальцы обжигала. Брала просто свое полотенце бумажное. Поэтому это нужно обязательно. На память уже скидку нету. Так, ну что, взяли воды, конечно, в большом количестве. Как обычно. Знаете, да, Артема? Стабильно 2 литра. С лишним или 2? Без перерывов. Год, наверное. Год, да. Ни одного дня не пропустил. 2 литра. Ой, какие 2 литра? 2,5 литра. А ты к доктору, кстати, же ходил? У тебя все нормально? Нет, да? Там есть маленький камешек. Да, но у него не хуже, слава богу. И поэтому хорошо, что не хуже, а вот то, что он пьет много воды, у него, в принципе, все нормально. Я за год не пропустил ни одного дня, чтобы не выпить 2,5 литра. Все, стабильность. Бывало иногда 3 литра, но ниже 2,5 литра точнее. Имеется в виду чистой воды. Угу. Ни чай, ни сок, это не считается, а именно вот прям вот бутылка воды. 5 таких вот бутылок. Ну что, ребята, все загружаем. Рядом сосед, вот прям наш сосед, это папа Аннабелл, тоже загружает. У нас посмотришь на наше видео, ощущение, наверное, у всех складывается, что мы каждый день едим. Целыми днями больше у нас интересного ничего не происходит. Очень много дел делаем, на самом деле. Много всего, все не расскажешь в видео. Вот. Поэтому снимаем так, как говорится, ездим в магазины, людям интересны эти закупки. Ну, думаешь, почему бы не снять. Вот. А с телефончиком ходить постоянно, конечно, я так не могу. Вот. Вы знаете, я не работаю на YouTube. Вот. Но иногда работаю. Как сказать? Не с таким, знаете, вот прям, что это моя официальная работа. Но приносит копеечку и ладно. Вот. Мне иногда, у меня настроение просто появляется, я снимаю. Вот. Нет настроения, я не буду снимать вообще. Даже камеру в руки не возьму. Вот. Либо, когда Артём меня сильно заставит, вот прям, Ирина, снимаю. Тоже могу, мне прям заставляет меня Ирина снимать. Мотор. Да, прям, давай. То есть, вот тогда я только могу это сделать. Пинка мне даст какого-то, и, типа, давай, делай. Я так это скрипя, знаете, зубами такая, вытаскиваю эту камеру и начинаю снимать видео. Представляете? Да-да, на самом деле так. Вот. В общем, что хочу сказать. Всем спасибо, кто был сегодня. Смотрите, я надеюсь, вы досмотрели до конца. Ставьте лайки. Вот. Вы понимаете, сейчас только что слышали, через что я прохожу. Поэтому каждый ваш лайк для меня прям огромное счастье. Постоянно мне тоже дает пинок в этой жизни, чтобы я хоть что-то делала. Вот.
кажется, что я ничего не делаю, конечно, но хоть что-то, чтобы я делала еще другое, да, вот, помимо прочих. Ну, вообще разносторонние люди, так, если что, поэтому, как говорится, это так просто развлечение. Ну, вот, дополнительно, почему бы себя не пробовать в этой сфере, так сказать, это я про себя, наверное, больше говорю. Ну, вот Артем-то, он любит такие вещи, чем нежели я. И мы, кстати, если вдруг попросим какой-то кредит, мы можем такой в качестве кредит обеспечения предоставить наш богатый внутренний мир. Да, у нас очень богатый внутренний мир. Вот. Так что нам какой-то нужен сейф для нашего внутреннего богатого мира. Вот я ращу этот сейф. Ладно, очень весело. Сейчас ни одна пуля не пробьет. Да, это точно. Это вообще броня, просто броненосец. На богатого внутреннего мира, чтобы он достать так этаж. Все, поедем сейчас на заправку. Бензин, не знаю, интересен, неинтересен, не знаю, сколько стоит он сейчас. В общем, заправим автомобиль и поедем домой. В общем, вот такой вот обзор сегодня. Закупка в Костко. Так что жду от вас лайки. Поддерживайте меня. Я буду снимать видео. Люди не могут без людей. Да? Наверное. Не знаю, мне кажется, не смогут. Ты можешь без людей быть? Ну, смотря какие люди. Смотря какие. С нормальными могу. Сейчас я заведу тему. Прощаюсь. Сейчас я заведу, знаете, на час можно еще что-нибудь разболтать. Не требуется такого большое количество людей. А, но с другой стороны, я вроде себя всегда комфортно чувствую. При публичности некой. Ну почему-то это делаю я. Ну я же тоже рядышком. Вот. Я разнылась. Я разнылась, потому что я устала сегодня целый день. И у меня просто реально сил нету. Вот. Так что я надеюсь, я, наверное, завтра смонтирую это видео. А в воскресенье я выходной выложу. Вот. Не буду себя насиловать на завтрашний день. Я отдохну так немножечко, потом смонтирую и выложу. В общем. 3.33 бензин. 3.33? За галлон. Окей, за галлон 3.33. В общем, вот так вот. Ну все, всем спасибо. Тем, ты будешь прощаться? До свидания. До свидания всем. Увидимся в следующем видео.